Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть. Трайн 2, Complete Story. Так, это мы уже слышали. А, я помню, мы пришли в дом ведьмы. В дом какой-то ведьмы мы пришли, теперь нам надо подняться. Зайти в ее дом. Чё-то пока тут ничего нету. Так, тут нам поможет рыцарь. Зайти, пройти и котел, да. Какой-то отвар. У каждой ведьмы должен быть котел. Хм, я прям как Обеликс запрыгнул в него. Но ничего не произошло, к сожалению. Так, лучше будем колдуном играть. О, а там еще штуки есть. Ага, туда наверх лучше не подлетать. Так, а как же в эту штуку взять? Ну, на самом деле... Ой, ну куда я упал? Зачем я в самый низ упал? Так, нет! Ну, блин. На самом деле, туда залезть можно, наверное, и так. Так, стоять. Вот так вот сюда нужно залезть, да и все. Так, а у меня что вкачано, я уже не помню. А, три ящика, да? Три ящика и доска. Так, тут, наверное, нам поможет... Что, ничего не поможет? Подожди. Я думал, за эти штуки можно цепляться. Ну ладно. Или все-таки залезть, посмотреть, что же там вверху-то. Вот так вот. Запрыгнули. Пымс. Взяли эту штуковину. Ладно, побежали дальше. Эту книжку нельзя прочитать. О, можно. Дорогая Изи, надень этот медальон. И иди за мной через зеркала. Выбираемся сегодня ночью. С днем рождения. Спасибо за розы, Розабель. Так, записку тут кто-то оставил с приглашением куда-то уйти. Так, тут чего надо сделать? Через кольцо пропрыгнуть? Но мне... Это зеркало какое-то странное. Зэ, можешь выстрелить в него? Да не вопрос. А, понятно. Ясненько. Понятненько. Ух ты! Ух ты, какая штука есть. А это что с ним делает? Смотрите, этот портал движется. Ну да, это я уже понял. Только я не понял, что надо с ним... Вот эту штуку можно туда кинуть на самом деле. Вот эту. Ты же ее туда можешь запихать? Или не может? А ну-ка. Так, это зеркало отъедет. Это зеркало вот так. Теперь вот эту штуку... Опачки! Так вот как это работало. Сейчас прихватим колбочку. Нам нужно было всего-навсего кнопку нажать, а я думал, в него залезть надо было. Ё-моё! Куда полез?
Слышь, паук. Так, там что-то какая-то штука вверху висит непонятная. Я ее хочу взять. А ее нельзя взять. Я думал, это новый тип этих зелий, которые мы всегда берем. Говорят, ведьмы едят младенцев. Хорошо, что ты уже не младенец. Не бойся, Амадей, я тебя защищу. Я вообще-то и не боюсь. Хотя я вообще-то и не особо-то и Амадей. Амадей, это наш колдун. Так, нам бы 4 ящика. 4 ящика вообще хорошо. Ух ты, там зеркало. Так, что-то я ничего не понял. Но туда залезть однозначно можно по 3 ящикам. Или нет? Не, по идее должно хватить. Ну ты ж запрыгивал, блин. Чё, разучился запрыгивать на 3 ящика? А, не получилась моя затея. Вы, наверное, поняли, да, что я хотел? Я хотел сделать 3-й ящик, точнее 4-й как бы ящик. И от него оттолкнуться, но я, у меня не получилось. Блин, их бы все подвинуть куда-нибудь сюда поближе. Возможно, даже сюда. Да ё-моё! Ой, ящики. Могли бы сделать им стыковку попроще. Потому что вот это вот, ну, надоедает уже вот эта система. Слушайте, а может линию тут сделать? А-а-а! То есть, блин, ну... Ты ж, блин, по ящикам туда не залезешь. Ладно, пойдем по пузырям тогда. Ничего страшного, в принципе. Нет, так нет. Я особо не расстроился. Хотя, блин, ну... Тут вот это уже проход дальше. Нам все-таки надо как-то туда залезть. Как-то нам... Надо туда залезть. Так. И знаете, что я для этого предприму? Это маленький ящик, мне нужен большой. Я для этого предприму следующее. Я ящик буду ставить на край. Вот так вот. Ну, чтобы у нас выше получилась пирамидка. Блин, ну пипец, ты чё, не можешь реально запрыгнуть, что ли, туда? Ой, Амадей, Амадей. Да ё-моё, ну блин. Да Жесть, на один ящик не может запрыгнуть. Это пипец просто. Как ты не можешь... Вот, запрыгнул, слава богу. Блин, что-то как-то сегодня не идет прям серия, какая-то она нудноватенькая получается. Мы решаем какие-то вроде бы и простые головоломки, но как-то они у нас так решения вызывают по времени довольно долго. Да запрыгивай, ну, блин!
Ненавижу. Все, короче, не хочу я заморачиваться насчет вот этой фигни. Сейчас, может, там можно зацепиться за что-то. Не знаю. Что-то какая-то хрень тут. Что-то тут, может, 4 ящика. Было бы 4 ящика, мы бы запрыгнули. Ой, ну ладно. Ничего страшного. Пойдем дальше. Пузырь можно? А он так. Можно лопнуть пузырь? О, можно! Я не знал, что можно лопать пузыри. Только запомните правила. Никогда не лопай тот пузырь, на котором ты сидишь. А, эта штука еще и такая. Жесть. Так, ты куда полетел? Дайте еще пузырь. Дайте еще пузырь. Дайте мне пузырь. 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 Вот, да, там еще и ветер. Это вообще жесть. Что? Все, мы прошли. О, господи, какая-то это хрень, честное слово. То есть сюда надо поставить ящик, я правильно понял? Так, сейчас мы сюда поставим ящик. Сюда поставим ящик, ну или доску. О, кстати, а доска-то выгоднее ящика, она-то лежит нормально. Ха-ха. Как я сразу-то не допер, что мы еще и досточки можем ложить. Так, а ну-ка, громоломец, проломи этот сундук. Так, колдун, колдун, колдуй, 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 колдуй. Господи, ну ты что, не можешь его одеть нормально уже на этот шип, или тогда не одевай вообще. А, досточка пропала. Блин, я вообще когда брал досточку, о, ну вот тут по-любому берется только с 4 ящиков. Либо, конечно, это еще можно взять. Но у меня не получилось. А, хотя нет, подождите, почему? На самом деле, да, с 4 ящиков берется. Вот наш 4-й ящик. Но он слишком маленький. А, ладно. Надоело. Так, использовать. Супер-мега-трупер-зеркала. И что, тут можно воздушный поток, да, в одно, из одного в другое зеркало сделать. Ну, замечательно. Вообще тут можно сюда спрыгнуть. Жесть, какие-то пошли. Вот что-то мне этот уровень с зеркалами вот вообще как-то вообще не нравится. То есть вот этот вообще вся эта хижина ведьмы. Ну, какая-то она не очень. Ладно, пойдемте дальше. Блин, нет. Теперь подниматься опять. О, господи. О, господи. О, господи. Так, короче. Это зеркало. Ну, да, мы сюда поток воздушный возьмем. Все, это зеркало мы поднимем повыше. Теперь просто прыгнем в это зеркало и залетим туда. Наверх больше никуда. Ну хоть сюда там и... Не, вы что, прикалываетесь, что ли? Да что ж ты... Как так-то?
О, господи, да, вот тут разработчики, конечно, перемудрили, что называется. Так, ставь сюда ящик. Да ё-моё, сюда вообще так можно залезть и не заморачиваться со всякими ящиками. Нажимаем кнопку, пробегаем. Все. Пошли дальше. Гоблин. На тебе. Я вообще злой. О, мне нож какой-то там у него выпал. Так, я злой, что пипец. Так. С этими разобрались, слава богу. Так. Тут надо что-то нажать. Нажали. Поломали. Ушли. Так, куда дальше-то? Сюда. Так, в общем, стандартные были испытания пока. Да, как-то... Уже вот эта локация, она как-то так, ну, не очень, мягко скажем. Ну, в том плане, что она скучноватенькая. Так, я вот их не хочу разбивать. Может, они нам еще пригодятся, эти ящики? Хотя этот-то можно... Ой, ё-моё. А, так они тут бесконечные. Круто. А если я вот так много разобью? А-а-а! Не надо было разбивать много, да? Или тут смысл не в том, что он разбит, а в том, что он не под этой штукой находится? Вот, блин, вот это я, конечно, зря сделал, походу. Ну, ладно. Так, колдун, бери эту штуковину, кидай ее туда. А, да, видите? Фишка в том, что он должен находиться. Так он их вообще сколько угодно может понасоздавать. Круто. Ну, как-то так, короче, пройдем сюда вот так. Ой, ладно. Прыгаем, короче, сразу в зеркало. Особо не заморачиваясь. Тут, правда, очередные. Что можно с ним сделать? Вот так вот можно... Может, подогреть надо этот отвар, а ну-ка. Там пузыри стали появляться. Прикольненько. Ну, где еще пузыри? А, ладно. Без пузырей сейчас, как обычно, обойдемся. Или не обойдемся. О, господи. Так, давай,
Пузырь мне. О, кажись, пузырь появился. Да уйди ты оттуда, ва. О, отличное место спауна. Короче, перепрыгнули. Перепрыгнули и пробрались. Ой, жесть. Чё тут происходит? Тут вообще какая-то жескач. Ого! Блин, так я эти штуки могу крутить, оказывается. А, ну так тогда все просто. Уже не так просто, блин, это ж я проиграть могу. Да используй ты рычаг этот. Ого, он такой тяжелый. Ты его полгода там будешь открывать. Давай, 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 давай. Опачки, побежали, побежали, побежали. Молодец, рыцарь, ты выжил. Так, и опачки воскресились. Там опять вверху эти бутылки. Вверху эти бутылки. Еще там что-то вверху есть. Стой. Оба, уровень повысили нам. Так, иди полетай. Так, ты, короче, отвали. Ты тоже отвали, на тебе. Сколько у вас тут вообще этих гоблинов, а? Так, лучник, отстань. На тебе. Куда ты залез? Так, нам, походу, сюда. Так, повышение уровня. Сколько эта штука стоит? 4. Ладно, что я брал? Щит морозный, которым я не пользуюсь. Сброс. О, 3. Теперь у нас есть 4 предмета. И какая-то потом еще штуковина будет. Все, замечательно. У нас есть 4 предмета. Так, туда пройти что-то не получается. Может, нужно молотком? Да. Вот, с молотком. С молотком получилось сюда пройти. Так, библиотека, похоже. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.